Короче, утепляем. Сначала стековатый засовываем, потом пенопласт. Ломается, немного начинает затягивать и отламывается. Так, друзья, новый день. Крепим балки для потолка. Так, друзья, привет. Это у нас рубрика про ремонт. В общем, в комнате, в которой у нас в подвале, содержатся всякие наши нужные вещи. Зимние, да, игрушки и, короче, всякое такое. В которой комнате новой я хочу сделать ремонт. Мне надо ее освободить. Чтобы ее освободить, надо освободить внизу место под ней. И вот решил я освободить здесь один угол. Сами видите, здесь что-то как-то влажно. Надо здесь освободить, пропылесосить и покрасить. Так, эта стена немного, ну короче, надо постоянно, чтобы проветривался. И она как бы не мокнет, но испаренная идет. Кое-где я отковырял лишние штуку, ну не штукатурку, а белила, убрал. Сейчас покрашу, специальная краска у меня есть, которая хорошо держится. Хотя эту стену я с уличной стороны все обкапывал и изолировал. Но все равно, видите, когда все заставлено, все равно это плохо. Вот здесь я, короче, делал. Здесь вообще постоянно такая, как отходила, такая параша была из звезды. Ну и звездка, эта краска отходила. А сейчас покрасил, уже года два, он как хорошо. Грязь чуть-чуть. Так что вот, надо все разобрать. Эти два шкафа поставим туда в угол. Сюда шкаф с верхней комнаты уйдет. И все, игрушки отдадим. В общем, здесь еще от Коли всякие из первого класса у него чемоданы. Кстати, вот у него рюкзак фирменный от фирмы Scout. Рядом с нашим городом фирма. Вот такая краска специальная. Сейчас ей мурыжим. Шикарно. Шикардос. Что такое? Что-то не белое. Так, в общем, я здесь покрасил. Не полностью, а, короче, где от подвала. Сейчас посмотрим, высохнет, как это будет выглядеть. Странная какая-то краска. Она какая-то темная. Ну ладно, так пускай и будет. Сухо-сухо. Это выходит какая-то соль. Это не, как сказать, влажа, влага или еще что-то. Так. Покрасили еще одной краской сверху. Ну, сейчас получше стало. Все хорошо. Можно делать перестановку. Так, привет. Ну что, други мои. Ну вот, наконец-то решил я начать делать чердак. Будем его утеплять. Первым делом такое дело. Так. Все думаю, как это начать делать. Сейчас вам поделюсь со своим планом. Первым делом делаем обзор, чтобы потом для истории будет интересно, как это все было, как это все начиналось и как это закончится чем. Пока, конечно, все страшно, неинтересно здесь. Куча стекловаты, старый, вонючий, который надо задействовать. Пенопласт, туда-сюда. Короче, вот так. Так, что я думаю? Есть у меня разные обрезки досок, которые мне, в принципе, не нужны. И чтобы сюда ничего не покупать, я думаю, ими заделать вот эти отверстия. Так как здесь будет утепляться, сюда надо подбить какую-то, я думаю, доску. Вот так. Отпиливать. И с обоих сторон шурупами, и будет крепко. Думаю, здесь без разницы, какие доски. Новые, не новые, старые, не старые. Самое главное, они гнилые. Балки вроде хорошие. Не видно, что они гнилые и все такое. Короче, мы делаем сюда. Сюда. Ну и до конца. 10 балок вот таких стропил. Что у меня еще смущает? Вот в этом месте. Оно же потом будет зашиваться все. А я уже эту трубу здесь приделал.
И не знаю, как здесь будет все. Надо будет обдумать. Даже сам не знаю как. Короче, ладно, начинаю. Ну, вы поняли, здесь у меня идет вытяжка на улицу и в крышу там выходит. Сейчас я покажу этот момент с улицы. Вот это вытяжка. Здесь как мы делаем? Сюда брусок вставляем. Здесь потом подошьется. А здесь внизу надо будет стену, наверное, какой-то здесь короб потом городить. Вот эта труба уйдет отсюда 100%. Нам пока не до нее. Ну, в общем, занимаемся сейчас этим делом. Сначала забиваем здесь, чтобы туда ничего не падало. И все. И видно будет дальше. Самое главное начать. Всегда так начинать, не знаешь, с какой стороны начать. Ну, вы меня понимаете, кто такие. И когда еще ни разу в жизни такое не делал, всегда такое чувство такое стрёмное. Вот, в общем, вот так как-то. Вот. Так, ну что, ребята, начало положено. Вот я так придумал. Получается, здесь я закрыл. Все как бы ништяк. У меня, видите, есть пенопласт вот такой мягкий. Это маты делают спортивные из него. Но он тоже подходит для утепления. Он мягенький такой, гнется. Я его нарежу. И вот сюда ровно ставлю, чтобы он вот эту отверстие перекрыл такими листами. И все, а здесь будем забивать лист пенопласта 5 сантиметров. И вот это у меня стекловата. Пленка у меня есть, потом пленкой натянем. Набьем ОСБ, я думаю, плиту вот эту ОСБ. И сверху потом сухую штукатурку. Надо будет еще сравнить, может быть, балки неровно идут чуть-чуть. Оп, это будет заметно, незаметно. Вот такая идея. Хорошо, что, короче, окно здесь есть. Окно я открыл, и хорошо свежий воздух. Свежий воздух идет. Так, ну мы дальше продолжаемся. Второй день, в принципе, рабочий у нас здесь. Так, покажу, что мы делаем. Рабочий по имени Николай утепляет. Закрываем, чтобы не было этих щелей. Все, завтра мы отмеряем. Завтра неизвестно, что будет. Короче, вот так все заделываем. Пока. И будет отлично. Вот так получается аккуратно. И я думаю, что хорошо. Плохо, если так много сольется. Ну так, если получается, почему нет? Так, вот по такому уровню у нас будет потолок. Сейчас все отметили лазером. Высоко, конечно, кажется. Уровень большой, высокий, друзья, новый день. Крепим балки для потолка. Так, сверло на 10. Лайфхак вам покажу. Чтобы ключ не терялся, можно его прикрутить прямо к кабелю. И всегда знаешь, где он находится. Так, мне под эти пробки я отметил отверстие, где просверлить, чтобы брусок вот этот прибубенник в стене. Сейчас просверливаю, пробки забиваем. Готово, очень крепко, скажу я вам. На нее будут ложиться балки, которые здесь будут прикручены. Три балки приделали. Еще вот надо одну крайнюю к трубе. А в трубе отверстие. Это отверстие надо замазать. Потому что раньше здесь стоял отопитель газовый. Так, вот это надо будет сделать. Заказать USB платы, чтобы подшить USB платами. И тогда вот эту кучу мы здесь уже начнем разбирать. Начнем утеплять и пленкой. Такие дела. Надо еще решить насчет электричества. Как сюда кабель провести. Хотя у меня вот торчит кабель, но он 4-жильный. А мне нужно 5 жил для заземления. И он какой-то старый уже. Подозрительный. Сейчас я дома посмотрю насчет кабеля. Если что, я могу его здесь в ванной высунуть сюда. Вот такие у нас новости здесь. Медленно, медленно, но что-то делается. Так что так, до новых встреч. Развел немного раствора. Оставалось у меня. Сейчас нам надо эту дрище
печке. Замазать низ не хватает, но низ потом можно сделать. А здесь мне надо балку класть рядом. Так что я сейчас заделаю ее. Так, получается у нас шляпа. Короче, болты ломаются, немного начиная затягивать, и отламывается. Короче, не знаю, почему они какие-то бракованные болты, что ли. Не, вроде не сильно тянем, и где вот резьба начинается, отламывается. Уже два сломали. Так что так. Короче, утепляем. Сначала стековато засовываем, потом пенопласта. Коля говорит, хорошо получается. Вот две нижние уже заделали. Да. У нас тест показал, что вот этот очень хорошо горит. Ну, мы пробовали, да, опасно его. Горит хорошо, а сейчас стекловато, она не горит. Она сразу хрустнет. И вот такая здесь пыль летает. Дядя Леша-то уже умный. Маски, а Коля у нас молодой, у него легкие здоровые. Ему можно нюхать. Ему можно нюхать эту пыль. Так что так. Угу. Ну что, как получается? Хорошо. Давай. Арбайтен. Сейчас. Вот, доделали вот это. Короче, всем привет, Витя. Всем привет, короче. Привет, мужчина. Работаем, у нас Рождество. Файн так. Ну что, друзья, на этом я закончу эту серию. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Продолжение ждет.